Добрый день! Вас приветствует компания minipress.ru. Мы предлагаем профессиональные консультации в выборе любого фармацевтического оборудования. Большой каталог нового оборудования с фабрик из Китая, Индии, Кореи, Тайваня. Поиск подержанного фармацевтического оборудования из Европы и России. Оказываем помощь в выборе доставки и растаможки фармацевтического оборудования в Россию. Имеем большой опыт и знания о технологиях. В наших каталогах много видео, фотографий, описаний различного оборудования. Комплектуем линии и отдельные машины по образцам продукции. Весь ассортимент сопутствующих товаров. Упаковка, сырье, расходные материалы. Консультант Роман Цибульский. Телефон в Москве. 8-495-364-3808. Телефон в Минске. +375-29-308-400. Почта info@minipress.ru. Каталог оборудования. www.minipress.ru/каталог. Добрый день, меня зовут Роман Цибульский, и я основатель и владелец каталога фармацевтического оборудования minipress.ru. Каждый день в течение 17 лет я занимаюсь тем, что помогаю нашим клиентам в выборе, доставке и растаможке фармацевтического оборудования. Ежегодно я принимаю участие в выставках фармацевтического оборудования по всему миру. Моя цель – найти новые модели лучшего качества для моего каталога. В моем каталоге представлены таблеточные пресса, блистерные машины, дрожжировочные котлы, различное упаковочное и производственное оборудование, большой ассортимент лабораторных машин, компактных настольных вариантов для начала фармацевтического бизнеса. В любом случае, если вы не нашли нужную вам модель оборудования, обратитесь ко мне, и я представлю вам лучшие варианты. Я предоставляю своим клиентам не только информацию об оборудовании, но и данные по различным технологиям. В этом я очень хорошо разбираюсь и скопил огромный опыт, собственный и опыт моих клиентов. В каталоге представлены виды оборудования производства Китая, Индии, Тайваня, Кореи и также европейских производителей. Моя команда решает вопросы, связанные с выбором, закупкой, доставкой, растаможкой любого оборудования в Россию. Ежедневно вы можете обратиться ко мне по всем имеющимся средствам связи, телефону, скайпу, электронной почте. Я готов помочь вам с выбором любого фармацевтического оборудования, используя весь свой опыт и знания. Буду рад видеть вас своими клиентами.